Hello? Your pizza's here. Тем, что ее надо закончить. Я, блин, даже на меню пересираю, сколько можно. Я верю в себя. Сейчас вот с первой серии все пройду. Отвечаю, сейчас все будет. Да-да-да, три ночи. Сейчас этот заяц пойдет. По-любому. Прыгнет у меня заодно. Так, ладно. Что? Я, кстати, так подумал. Да. Блять, где? Здравствуй. Я просто выработал тут одну стратегию, как. Эх, а тебя не видно так, не работает. Твою-то мать, тебя не видно. Блин. Тихо. Где, блядь? Шёл нахер. Блядь, да ты прикалываешься. Нет, да нет, да ты нет. Я же в другой комнате был. Не, просто я рассчитывал то, что, короче, он в одной комнате тусит, когда в другую убегаешь, и все типа. Блядь. Ладно. Сейчас еще одну теорию проверю. А сейчас по-любому не она будет, сейчас по-любому другой будет. Она, наверное, не повторится, мне кажется. Сейчас уже будет, скорее всего. Я не ожидал тебя. Ты меня не видел. Блять, я тебя. Да. Да. Как? Я забыл. Блять, я тебя слышу. Вот как я должен был определить, что ты там выключил свет. Это. По крайней мере, нечестно. Ты должна была быть с другой стороны. Блять. Не, это первое. Разве всегда так, вы знаете? Сейчас, скорее всего, клоун будет, по-любому. Хотя нет. Первым появлялся клоун. Сначала появлялся первым она, потом клоун. Да нет! Да ты пиздец. Не, ну вот ту... Я знал просто, что это она там стоит, поэтому я не знал, что делать. Вариантов не было. Ну началось. Началось так началось. Как раз у меня... Сейчас вот остальные три попытки будут выигрышные, потому что у меня обычно три попытки, я заканчиваю. Тут три попытки были смертельные, сейчас все будет круто. Они поняли, что я выработал стратегию, короче, тактику. Пробило, я понял. Нет, ну ты сука, давай, ну какого-нибудь скримера из вас двоих, давай. Да нет, да ты шутишь. Блять, как? Как?
Как? Я ж не шевелился. Ты же сказал, все, ты должен был пропасть. Погоди. Не, ну, может он заранее меня увидел, потому что я же от этого придурка щелкунчика бежал. И он тут же появился. И мне кажется, тоже за спиной. Все будет, все будет. Все будет. Непременно все будет офигенно. Я понял, что 3 часа, могли бы это пропустить, мне и так нормально. Ну, мне скажите, как выбраться из этого дома? Просто, мужик, ну, вот серьезно, ты взял бы, свалил нахер из этого дома? Может, я зря хожу в эту комнату? Серьезно. Нет, просто правда, я вот когда в той комнате стоял, я более-менее хоть выживал. Может, нет, нахер мне и остаться? Не парится. Честер вряд ли здесь появится. А, Честер, кстати, вряд ли в той комнате появится. Если появится, то... Ну? И чё, и всё? Блять. Блять, да ты, ну нет, сучка, где ты? Где ты? Я тебя слышу, ну... Блять, вот ты где. Пошла нахер. Интересно, игра считает, что я вот, и вот так вот вижу? Нет, просто я, например, могу же видеть из-за коробок, а игра посчитает, что я не вижу, и мне будет трэшевый пиндос. Ты пропадешь? Нет, женщина. Я... Блядь, да ты что, серьезно, что ли, блядь? Да ты ебанутая, что ли, женщина? Блядь, да где ты? Бля, нихера себе ты. Как ты? Ты не должна дважды появляться, это не первый час. Я систему сломал. Причем не в лучшую для себя сторону. Допустим. Так, кто-то рубанул свет. Еще раз рубанул свет. Нет, скотина! Че, думал попадусь, да? А нет, нет, я пересрался, но... Я пересрался, ты расстроился. Блядь! Блядь, да ну нет, да в обе, ну япона мать, ну блядь! Там этот, щелкунчик ебанутый. Серьезно, они в одной комнате были. Что делать-то? Он все-таки, блин. Если эта тактика сработает, которую я вот придумал, ну... Стоп, стоп! Не-не-не! Молодец. Блять, как? Ну, слава богу. Блять! Блять, 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 блять. Блять, ты шутишь? Как? Ты же был в другой комнате. Как он это делает? Я тоже хочу так быстро бегать, серьезно. Давай. Давай. Ты сможешь, мужик. Ты сколько лет пиццу разносишь, столько охранником просидел в одном здании. Неужели ты убежать не сможешь? Серьезно. Так. Не, ну все было лучше. Все было лучше. Нихера себе фонарик, он лучше, чем лампы светит. Серьезно, вы посмотрите. Лампы столько не освещают. Фонарик освещает полностью всю комнату. Не, чувак. Я тебя...
Как? У меня только сейчас просто одно слово. А чё свет? Я загрузился, думаю, чё света-то нет. Хотел же фонарь включить. Всю комнату освещаю, не понял. Как я так? Я чё, фонарь? Я гребаный один винчестер. Умирают нечисто. Не настоящий. Фальшивый. Ладно. По-моему, нахера вот людям было бы заказывать пиццу? Это Эмили заказала пиццу. Потому что, видите, люди уже тут по-любому съезжали. Коробки для переезда. Блять, давай быстрее. Здравствуй. Так, я тебя вижу. Я тебя вижу. Три ночи. Самое забавное, я вот сейчас готов бежать, и по-любому клоун появится. Я стартану назад от паники. Знаю я себя. Блять. Ты ебанулся, что ли? Вот этот. Чипс ходячий. Леопард. Что, блять? Так, давайте. Так. Блять, я дрожу здесь. Как страус на морозе. Я больше вам скажу, как жопа страуса на морозе. Потому что только она, по-моему, насколько я знаю, не прикрыта перьями. Здравствуй, родной. Блять. Кто свет выключил? Какая с... Блять, где? Где, сука, где, где? Блять. Ладно, короче. На эту серию, пожалуйста, смертей хватит. Что-то хотел сказать, забыл, короче, опять от страха. Ну ладно. В общем, на этой серии все. С вами был Тимон. Увидимся.